Тренировки перед началом нового сезона в спортклубе «Энергия» идут полным ходом. Руководством поставлена цель – возобновить участие команды в чемпионате России в предстоящем сезоне. Для этого заключили договор с московским клубом «Динамо», который профинансирует практически половину расходов. Мы будем в этом сезоне называться «Динамо-2 Иваново», именно Иваново, этим мы и гордимся, Иваново. И мы будем выставлять две команды в чемпионат России, как фарм-клуб московского «Динамо». Но это будут ивановские команды, воспитанники ивановского баскетбола, ивановские тренеры будут работать и играть, тренироваться мы будем здесь, в Иваново, вот в этом зале. И болельщики смогут эти команды снова видеть в чемпионате России. И другие сильнейшие команды будут сюда приезжать, и зрелище будет очень интересное. Чтобы осуществить задуманное, на второе полугодие 2017 года клубу не хватает порядка 5 миллионов рублей. 2,5 из них готовы выделить власти города Иваново, при условии, что будет софинансирование со стороны правительства области. Клубу «Энергия» помогать надо. Нам нужен профессиональный баскетбол. Нам нужно, чтобы наши дети занимались и в клубе «Энергия», играли в профессиональных командах. Сейчас есть прекрасная возможность с клубом «Динамо», который будет представлять в премьер-лиге свой клуб, а, соответственно, наши девчонки будут играть во всех остальных лигах в профессиональном спорте. Владимир Шарыпов не только пообщался с руководством клуба о проблемах, но и посмотрел, как проходят тренировки. Капитан молодежной команды Екатерина Кузнецова вручила главе города мяч с автографом. Владимир Шарыпов не упустил возможности забросить его в корзину. 5 миллионов рублей, которых так не хватает клубу, нужны на экипировку, медикаменты, аренду спортивного зала, зарплату тренерам и питание игроков во время соревнований. Если средства выделят, уже с сентября две ивановские команды будут играть в чемпионате России. В настоящее время концептуально получено согласование руководства региона. Вот. Мы ждем прохождения всех установленных процедур согласования, порядок расходования средств. Вот. Но город тоже заявляет свою готовность на финансирование. Будем прорабатывать этот вопрос. Сезон еще не начался, мы ждем и заседание комиссии по бюджетным проектировкам, и ждем заседания областной думы, где все эти вопросы будут рассмотрены, и надеемся, решены положительно. Цель руководства клуба – вернуть ивановский баскетбол на профессиональную арену. Иначе без перспективы защищать честь города на уровне страны Иваново рискует потерять не только лучших игроков, тренеров, но и статус баскетбола как базового вида спорта, что повлечет за собой отмену федерального финансирования. Любовь Очерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.